3 сентября Углич посетил Ратиш Наир, почетный консул России, директор русского дома в индийском городе Тривандрум. В здании бывшей городской думы гостя встречал глава Угличского муниципального района Анатолий Курицын. Наш город высокий гость посетил в рамках поездки под названием «Вояж 555», посвященный 555-летию прибытия тверского купца Афанасия Никитина в Индию. Поставив цель реконструировать маршрут известного русского путешественника, Ратиш Наир побывал в Твери и Калязине. На берегу Кремля он тщательно фиксировал прекрасные виды Великой русской реки, по которой более 500 лет назад в Углич прибыл Афанасий Никитин. Во время дружеского общения с главой района были затронуты вопросы возможного дальнейшего сотрудничества. Ратиш Наир рассказал, что непосредственно у них в городе Москва представительство русского дома, и мы договорились, что на следующий год, перед днем рождения нашего прекрасного города, мы сделаем представительство нашего города, где мы будем разговаривать с предприятиями, где будет предоставлена именно продукция, которая производится на территории города Углич, Угличского района. Ну и, конечно, мы обязательно представим свои коллективы, нашу русскую культуру. Нам это тоже очень приятно. Помимо всего, мы обговорили, что городу Угличу, соответственно, сейчас будет решаться вопрос, чтобы найти город побратим. То есть мы тоже будем эти связи. Помимо всего, вот мы как бы сказали, что у нас очень много едет иностранцев в город Углич, но Индия у нас это нет представительства, то есть он тоже это как бы берет на контроль. Ну и, конечно, мы сказали, что русский народ, он гостеприимный народ, многонациональный, и мы всегда, вот чем он отличается, это именно добротой, гостеприимством. И он тоже ответил, что я очень люблю русскую пищу, мне это очень нравится, нам тоже это было очень приятно. Ну и, соответственно, договорились, что дальше мы будем обязательно сотрудничать. Я очень рад быть в этом историческом городе России. Первый раз я приехал, хотя я слышал о этом городе как исторический город. Я старинный такой город, плюс еще как часть Золотого кольца. Поэтому это очень важный город для туристов из Индии. Но обычно они приезжают в Москву и Санкт-Петербург. Я думаю, что они должны знать и видеть такие города в России тоже. Я сейчас путешествую по пути Афанасия Никитина. Его книга «Хождение за три моря» Афанасий Никитин пишет о Угличе. Поэтому, конечно, я очень хотел приехать в Углич, посмотреть. И я думаю, что я правильно решил приехать сюда, потому что это действительно красивый город, и люди тоже добрые. Цветы сегодня. Сегодня дата, когда в Беслане террористы 3 дня держали детей. Видите, белые журавлики. Да, и цветы. Но почему к царевичу? Он же защитник детей, он покровитель детей. Поэтому вот ему. Я думаю, что это маленький город, только это туристическое место. Но я сейчас сегодня узнал, что еще город промышленности, сельскохозяйства. И поэтому Афанасий Никитин пишет о Угличе, потому что он тоже был подписан. Ему важно, что город, который играет большую роль для укрепления отношений в области торговли. Я думаю, что благодаря инициативе в главе города мы можем тоже играть маленькую роль в отношениях между разными регионами в Индии и Угличем в области туризма, торговли, образования и так далее. Конечно, хочу нам с вами пожелать это мирного неба над головой. Спасибо вам большое. Да. Всего за время своего путешествия Ратиш Наир планирует посетить 7 российских регионов, а также Азербайджан, Иран и Оман.